Здравствуйте. Спасибо. Дорогие мои очень любимые люди, спасибо всем нашим друзьям, кто пришел сегодня на наш праздник. Это действительно праздник для нас. 3 года мы очень волновались за то, какая у нас будет судьба эти 3 года, пока шло строительство. Да, мы возвращаемся домой. Я очень радостно вас приветствую всех и благодарю за то, что вы с нами. Приготовились. Начали. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли. Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как и верили в себя. Горели зарницы, и в сердцах
утихает глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Добрый вечер. Меня зовут Юрий Рост. Я сосед, друг. И как бы вам это точнее сказать, долбожитель Чистых прудов. И подарок мой висит в фойе. И сейчас на ваших глазах мы его откроем, подарим театру и всем зрителям. Пожалуйста. Это совместное творчество. Я вам хочу сказать, что я не первый раз выхожу на эту сцену и не первый раз снимаю зал, и не первый раз снимаю театр. У меня есть фотографии 30-летней давности. И любопытно посмотреть, как театр формирует зрителя, и как зритель формирует театр. «Современник» был клубом. Клубом интеллектуальной элиты московской. Здесь многие люди узнаваемые. Вот в третьем ряду вы видите два трижды героя Советского Союза, Зельдович и Харитон, изобретатели атомной бомбы. Гречка, Володин. То есть можно рассматривать это слепок современника. И сейчас я сделаю этот слепок. И через 30 лет у вас будет возможность прийти в этот театр, и вам Юра Рост, мой внук, покажет эту карточку. Внимание, свет в зал. Абсолютно всех вижу. Красавцы. Пустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить. Так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без нее.
опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорее. Актриса театра «Современник» Полина Пахомова. Привет. Ну, хочется очень что-то нежное, честное, остроумное. Но это вещи не совместные, поэтому приходится быть искренним. Блесну эрудицией. В 20-х годах прошлого века, как вы знаете, в Париже все таксисты в основном были эмигранты. И очень много было царских, графских, княжеских кровей таксистов. У нас сейчас тоже эмигранты-таксисты. Правда, с кровями там вяло. Тем не менее, такси – это атрибут существования. Я что вспомнил, в середине прошлого века у нас «Победа» или «Волга-21» такси монтирован был так, как огромный счетчик, да, с такой рукояткой, да. И когда садились в такси, он так внимательно смотрел на седока и, если так сказать, был спокоен, спросил, как едем? Никуда едем, а как едем? Я говорил, спокойно, спокойно, все нормально. Он вынимал огромный магнит, вот такой вот, и подкладывал в такую подсчетчик, в такую, значит, уже сделанную ячейку. И эти копейки, да, они в 3 раза медленнее крутились. Я это как сейчас помню. И когда приезжали, уже расплачивали, что государство, а что, так сказать, по дружбе. Так вот, к сожалению, под задницу такой магнит не подложишь сейчас. Время идет дико быстро. Подсадка. Вот. И если говорить серьезно, вот какая замечательная сегодня акция. 12 худруков московских театров за 80-м. Такой конклав. Понтифики-пацаны. Суммарно мы старше Москвы. Серьезно. Кстати, это наглядный пример правильности пенсионной реформы. Есть куда расти законодателям. И на фоне всего этого Галина Борисовна тихо, царственно, в прямом и переносном смысле въезжает в свой дворец. Здесь обычно аплодисмент. Так как я от нее ни финансово, ни карьерно не завишу, я могу честно сказать, она царица. Много-много лет назад мы с Галиной Борисовной весной стояли, взявшись за ручки, на Красной площади, после того, как нам вручили ордена дружбы народов. Это были 2 последних ордена дружбы народов. После нас народы отменили, остался просто орден дружбы. Очевидно, они решили, что мы последние, кто могут дружить среди наших с ней народов. И эта дружба продолжается массу лет. И я хочу верить, что этот великий театр, с которым я дружен такое количество, что это будет вечный, как вечные его спектакли, и как прекрасна героиня сегодняшнего бала Галечка Волчек. Здравствуйте. Я хотел бы поздравить от себя лично с тем, что закончилась эта самая
долгая, самая финансово сложная постановка «Современника», которая называется «Ремонт идет 3 года». Только сегодня я узнал, что «Современнику» 62 года. Театру «Современник» 62 года, а театр мужского рода. И с недавних времен мы понимаем, что 62 года для мужчины в нашей стране, то это просто не возраст, это просто начало. Так что придется немножко попахать. Еще одна мечта, я всегда хотел сыграть в «Современнике», и у меня она недавно сбылась. Буквально на этой сцене я отыграл 2 спектакля. Как жалко, что в это время был ремонт, и, собственно, как бы в зале никого не было, кроме строителей. Очень жалко. Браво! Браво! Браво начальникам на привет! Аплодисменты на начальника, здрасте! Всем на привет! А вот и, собственно, один из этих строителей, как вы понимаете. Привет! Привет, да. Ты хоть понимаешь, где ты строил? Понимаешь, что это за место такое? Конечно, я понимаю, это Потревенник. Потревенник хороший. Какой Потревенник? Современник этот. Да, Потревенник этот. Да. А почему так долго вы ремонтировали? Почему так долго мы репетировали, да? Не репетировали, а ремонтировали. Почему так долго? Почему? Я тебя спрашиваю, почему вы так долго ремонтировали? Начальника, это театр, мана. Мы вначале репетировали мана ремонт. Потом мана ремонтировали мана ремонт. Мы хорошо, делали. Понятно. Понятно. Да. Скажите, а кто занимался фасадом? Кто делал фасад здания? Кто делал фасад здания? Я тебя спрашиваю, кто делал фасад? Фасад? Что фасад? Фасад? Кто делал фасад? Фасад делал фасад. Фасад Файхудинов делал фасад Потревенника нашу. Так, теперь понятно, с фасадом разобрались. Фасад. Хорошо. Ты хоть знаешь, какие актеры в этом знаменитом театре? Конечно, я знаю, это много актеров, это Только Здорова, да. Здесь она играет. Ольга Дроздова. Да, Ольга. Только Здорова. Только Здорова. По-русски говори, чтобы люди понимали, ну. Потом это Ах, пиджак, рукава, она тоже играет здесь. Кто? Маленький такой Ах, пиджак, рукава, она. Лия Хиджакова? Да. Ну так говори нормально по-русски, еще кого знаешь? Я... Кремнаш играет здесь потом еще. Кто? Кремнаш. Гармаш? Да, она очень хороший. Мне нравится. Кремнаш, да, да, здесь и, играет. И, конечно, играет Чулпан Хаматова. Своих-то знаем, да? Начальника. Тут без запиночки получилось. Получилось. Хорошо. Еще. Почему ты один? Где все остальные строители? Начальника, всех увезли мы на стадион «Динамо» достраивать. А ты почему не поехал? Я не могу, начальника, я за «Спартак» болею. Ну, понятно. Еще последний вопрос. Ты знаешь, что здесь будет очень много красивых, выдающихся постановок? Какой спектакль будет первым? Какая будет постановка? Очень хороший спектакль. Это «Пися Турма» будет называться. Что? «Пися Турма». Культура, моя, начальника, «Пися Турма». Пьеса «Дюма». Да. «Идиот». Это будет пьеса «Дюма» первая. «Идиот», да. Диван на Хлобыстином, она играет. Слушай, все, все уже не хотят тебя видеть, тебе не, нужно я идти, не пойду никуда, ну. Начальника, я остаюсь по Потревеннике, потому что я актером, она. Какой ты актер? Как какой? Михаил Галустян. Галустян, добрый вечер, здравствуйте. Поздравляем. От всей души вас, поздравляем вас с возвращением, пускай в этих стенах будут... И смех, и слезы, и улыбки. Главное, чтобы это было искренне. Мы вас очень любим. Андрей Петрищев. И Виктория Сальнова. Омск. Спасибо большое. С наступающим. Спасибо. Празднуем с первым. Хорошо, что мы его помыли.
Отказаться от сигарет непросто. Спрей Никоретто способствует снижению тяги к курению. 96% оценили действие. Никоретто. Бросай курить навсегда. Interdit. The new fragrance. Givenchy. Привет, меня зовут Костя Горелик. Я директор по эксплуатации Вьота. Извините, но Вьота скидка на связь только 50%. За звездочку тоже извините. Columbia Pictures представляет совместно с Marvel. Погнали! Эй, паучки! Привет, парни! Приветик! Меня зовут Свин-паук. А пауки бывают невидимыми? Человек-паук через вселенные. Уже в кино. Так, готовность 5 минут. Митя, вы олень, Иван Дед Мороз. Я олень? Успей оформить карту Тинькофф Платинум со сниженной ставкой 12% годовых. Кредитный лимит до 300 тысяч рублей. Ну и кто здесь Дед Мороз? Лента. Только сейчас горошек и кукуруза Бондюэль 45 рублей. Лента. Переедание и алкоголь нагружают печень в 3 раза больше нормы. Как защитить печень в празднике? Гепатрин. Направлен на тройную защиту печени. Гепатрин. От компании Эвалар. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Какой лейс выбрать сегодня? Может, легкий лейс из печи? Или идеальный лейс такс? Какой лейс ты выбираешь сегодня? Все меняется, когда приходит любовь. Твой идеальный новогодний подарок – ароматы Today, Tomorrow, Always с поздравлением от звезды. Мной? Нет. Ты будешь еще лучше. Верь в себя. Чтобы быть на высоте каждый день, нужно начинать его с заряда уверенности. Nivea Men. Лозалван – это не просто сироп от кашля, но и антинеприязнь, антибеспокойство, антираздражение и антимокрота. Лозалван. Раз, два, три, кашель, уходи. Копите на хорошее образование? Откройте вклад ВТБ с доходом 8% годовых. Дальше – больше. Переведите сбережения без комиссии через ВТБ онлайн. Вклад максимум. ВТБ. На мегафоне быстрее всех летаем. Самый быстрый интернет всех обгоняем. 2 года подряд. Мегафон. 2 года подряд. Чемпион. Самый быстрый интернет. Тебе очень нужен он. Мегафон. Быстрый мобильный. Мегафон. Самый сильный. Чемпион всегда один. У Мегафона самый быстрый мобильный интернет в стране. Мегафон. Отклеиваем этикетку, надрезаем и в духовку. Аппетитное, вкусное и такое простое в приготовлении запеченное мясо от Мираторг в центре каждого праздника. Это наша страна. Мираторг. Узнайте больше на miratorg.ru. Перед Новым годом вера нужна всем. Просто супер. Последний Новый год. Елки, последние. Кино с 27 декабря. Геморрой встал на пути в туалет? Релиф благодаря натуральным компонентам и фенилэфрину способствует лечению геморроя. Релиф – мягкое лечение геморроя. Байер. Нина, Луна и Белла. Новый аромат от Нина Ричи. Подарки для самых любимых в магазинах Литуаль. Еще горит камин, еще, еще снимаю грим, и все, но хочется играть и петь на бис. Всю боль моей души сейчас я не могу скрывать от вас. Как будто я стою на сцене, вернись. Еще горит огонь в глазах, и отступает ночь и страх, и хочется мне петь.
и петь. Вода, вода, за окнами Париж в огнях, и комната в живых цветах, но чей-то голос вновь звучит. Мадам, мадам, вам нужно хоть чуть-чуть поспать. Мадам, вода, 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 вода. Вода, еще хватай сил. Еще я не снимаю грим, еще мне хочется играть и петь. Но пусть, пусть голос мой уже устал, но это все же не вина. Еще я постою на сцене. И рампы свет горит в глазах, и отступает ночь и страх. Не хочется мне петь для вас. Подам, подам, я не молюсь чужим богам, за этот миг я все отдам, но чей-то голос там звучит. Пора, пора, и тише голос все звучит. Вода, 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 вода. Пора, пора. Мада. И тише голос все звучит. Пада. Здравствуйте, Галина Борисовна. Здравствуйте, наши гости, наши друзья. Мы сознательно ушли от формы капустника. Мы, молодая труппа, хотим сказать вещи, которые нам сегодня очень важны. И делаем это в наш праздник. Мы отдаем себе отчет, где мы находимся. Лет 40-50 назад на этой сцене стояли бы совершенно другие люди. И эти люди – легенды. Олег Ефремов, Игорь Кваша, Олег Даль, Нина Дорошина, Лилия Толмачева, Тамара Дегтярева, Евгений Евстигнеев и многие-многие другие. Мы не знаем, соответствуем ли мы этим именам, но для нас очень важно, чтобы в этот праздник, в единство времени и места, мы все осознавали, кто работал в этом театре, чем они жили и во что верили. Энергия этого места побуждает нас быть прежде всего людьми, человеками, если хотите. Знаете, сейчас трудное время, но нам кажется, что в трудное время очень важно говорить искренне, говорить простым человеческим языком и не носить масок в искусстве и в жизни. Мы ведь все нуждаемся в подлинном диалоге. Все нуждаемся в понимании. Находясь сегодня на этой великой намоленной сцене,
Хотим сказать вам, Галина Борисовна, вот так просто, неприкрыто, по-современниковски. Спасибо. Спасибо, Галина Борисовна, что вы уже больше 40 лет являетесь собой пример невероятной воли и мужества, настоящей свободы и гуманизма. Спасибо, что в потоке суеты и всеобщего равнодушия вы не теряете способность видеть, слышать и отзываться. Спасибо, что вы сохранили этот театр. И спасибо, что не проиграли. Ни как человек, ни как актриса, ни как художественный руководитель. Мы же, в свою очередь, сегодня в этот важнейший и долгожданный для всех нас день хотим пообещать вам, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы удержать эту планку искренности и человеческого разговора. И это важнее капустника. Это наш дом. Мы вас любим. Зима. Декабрь. 18-й год. На планете Земля. На моей планете. Я иду и вижу парадный ход. И открытые настежь двери эти. На ступеньках толпится простой народ, лишний спрашивая билетик. Декабрь. Зима. 18-й год. На планете Земля. На моей планете. Значит, театр жив, если это так. И каким бы путь его ни был трудным, он зажег фонари, разгоняя мрак на родном, намоленном, чистопрудном. И сегодня хочется, как никогда, вспомнить тех, кто сегодня уже не с нами, чья на небе теперь горит звезда. Мы навеки отмечены их именами. Тогда была оттепель, таял снег. История чертила свои кривые. И шагал по планете 20 век. И были первые вечно живые. Театр рождался в умах людей. Не по указке откуда-то свыше. Из чувств их, надежд их, из их идей. Из того, чем мы все и сегодня дышим. И поэтому мой театр живет. Каждый вечер огни свои зажигая, независимо от того, куда поведет страны историческая кривая, и тысячи новых и жадных глаз смотрят на обновленную сцену. А значит, ответственность лежит на нас, на тех, кто сегодня идет на смену. Продолжается начатый в прошлом веке, такой необходимый и такой трудный разговор с человеком о человеке. Продолжается здесь, на Чистопрудном. И он не заканчивается, он идет. Точно так же идет, как и все столетие. Декабрь, зима, 18-й год. На планете Земля, на моей планете. Я поздравляю вас, Галина Борисовна, я поздравляю театр. Есть люди, как звезды, а есть песни, как звезды, которые тоже светят и освещают всю нашу жизнь, которые с годами не теряют своего подлинного и великого смысла. И я хочу, чтобы сегодня прозвучала именно такая песня. Тем более, что это Высоцкий, и что эта песня впервые была официально залитована и прозвучала на сцене театра «Современник» в спектакле «Свой остров». Жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Когда наполовину или когда
уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, что слово «честь» забыто, и что в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилия и бессилия, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Я не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Спасибо. С возвращением! Что в мире может быть священней, чем наши предки и долги? Пришла эпоха возвращений в родные клетки и круги. Вернулся крепкий дух эпохи. Пора выматывания жил. Пускай его не помнят лохи, но я-то помню. Я-то жил. Вернулись верные приметы, полуподпольные поэты, шакальем трепетом в груди, и средней дальности ракеты, и повсеместные запреты, и скоро даже худсоветы. Что позади, то впереди. Вернулось все, что было главным. В кармане фига, в книге мысль, вернулся Крым в родную гавань. Теперь на очереди Минск, вернулся страх перед расплатой для всех, кто дружит с головой. И год не то 70-й, не то вообще 40-й. Бойцы театра и эстрады, артисты, странники, чтецы, не врите мне, что вы не рады. Вернулась молодость, отцы, вернулась очередь. На сутки ночами, как заведено, все повторяют наши шутки и ищут в них второе дно. Талант опять важнее денег. И к вящей радости среды как раз вернулся современник себе на чистые пруды. Он вплыл, как Крым, в свои пенаты, в родной, проверенный редут. Того и жди, что завтра штаты за это санкции введут. Театр давно уже не юный, воспетый в водах и молве, опять становится трибуной. И Волчек, та, что во главе, в родимом здании вновь открытом пускает дымные клубы и строит всех, и бьет копытом при звуке боевой трубы. Такое чувство, что на марше борьбой и юностью дыша, и папа мой, Ефремов старший, и Евстигнеев, и Кваша, как будто Бог подмогу выслал, вернул нам наши миражи, и все опять имеет смысл. Галина Борисовна, скажи. За наше старо-новоселье я буду пить со всей Москвой. Хоть я и так всегда с похмелья. И лишь поэтому живой. Добрый вечер, Галина Борисовна. Дорогая, любимая, единственная. Поздравляем вас и всю вашу творческую семью современника с возвращением домой, с вашим праздником. Мы вас очень любим. Благодаря вам, Галина Борисовна, я на практике понял, что основа актера – это темп,
и ритм. Ритм его сердца и темп его жизни. Великий русский актер Евгений Александрович Евстигнеев до того, как стать актером, работал на заводе «Красная Этна» слесарем и в свободное от завода время играл на барабанах в джазовом оркестре и делал это превосходно. Мы считаем, что этот навык абсолютно необходим молодым актерам. И в нашей школе Олега Табакова мы решили создать оркестр барабанщиков имени Евгения Евстигнеева. Это наше первое выступление. Нам всего 3 месяца. Художественный руководитель оркестра, педагог школы Олега Табакова Евгений Рябой. Не судите строго. Внимание на экран. Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной тобой любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой затмишь любую королеву красоты. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я, и жизнь, и счастье, любовь и
красавиц видел я немало, и в театре, и в кино. Но ни одна из них не стала лучше милой все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. Тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы. Как единственный на свете королеве красоты, как единственный на свете королеве красоты, как единственный на свете королеве красоты. Нас поздравляют наши дети. Дети современника. Ия Шейн Хаматова, Гавриил Павлов, Иван Гармаш, Аглая Аниканова-Сипина, Боря Ефремов, Настя Корецкая, Вера Ефремова, Петр Андрианов-Романенко, Афанасий Урываев-Рашкин, Анна Феоктистова, Всеволод Ветров, Лиза Ветрова, Елисей Певцов. Добрый вечер, дорогие гости! Здравствуйте, папы и мамы! Добрый вечер, Галина Борисовна! Ну что, папы и мамы, как говорил Чебурашка? Строили мы, строили! И, наконец, построили! Тогда в добрый путь. Ставьте хорошие спектакли. Радуйте зрителей. Радуйте Галину Борисовну. С вами! Возвращением домой! Когда? Зимняя серия игр. Завтра на первом.
сияние синий, чтоб всей семьей вы праздник пропустили. Гексарал спасает Новый год от боли в горле. Оформите кредит наличными ВТБ до 5 миллионов рублей. Дальше – больше. Активно пользуйтесь мультикартой ВТБ, и процент по кредиту может понизиться до 7,9. Кредит наличными ВТБ. С технологиями искусственного интеллекта и процессором с двойным нейромодулем оставайтесь всегда на связи. Серия Huawei Mate 20. Эра высшего разума. Свежесть, в которую хочется погрузиться с головой. Аромат, который хочется ощущать снова и снова. Почувствуйте себя в объятиях нового нежного аромата вербены из коллекции утонченных ароматов Ленор. Длительная свежесть, вдохновленная природой. Я чувствую себя хорошо с Ленор. Попробуй новую коллекцию Ариэль с нежными природными ароматами. Как и всегда, безупречная чистота без фосфатов и хлорного отбеливателя. Новинка Ариэль. Всегда храните в недоступном для детей месте. Изжога. Есть Маалокс. Теперь с ярким вкусом черной смородины. Раз, два, три. Комбо. Маккомбо в Макдоналдс. Елки последние в кино. Ты тряси, тряси смартфон. Ты готовил мегафон. Персональные подарки. Ты тряси, тряси смартфон. Потряси скорей смартфон. Приложение мегафон. Год бесплатный, быстрой связи. Потряси скорей смартфон с приложением Мегафон. Просто так смартфон получишь, чтоб трясти, трясти смартфон. Потряси смартфон и окунись в персональные подарки в приложении Мегафон. Мегафон начинается с тебя. Новый кофе Лёр, созданный из специально отобранных зерен, подарит вам незабываемое наслаждение. Лёр. Кофе совершенный, как золото. Отказаться от сигарет непросто. Спрей Никоретто способствует снижению тяги к курению. 96% оценили действия. Никоретто. Бросай курить навсегда. Скидки до 50% в Литуаль. Новый год уже близко. О, раунд, мальчики, давайте пошумим. Поехали, ребята! Так, стоп! Съешь Сникерс. Ты сам не свой, когда голодный. Лучше? Лучше. Yo, I said, give me the track. Ты не ты, когда голоден. Сникерс. Когда думаешь о любимых, случаются волшебные мгновения. Осталось сделать подарок. Samsung Galaxy S9 для волшебных мгновений и 15 тысяч рублей в подарок. Успей оформить карту Тинькофф Платинум со сниженной ставкой 12% годовых. Кредитный лимит до 300 тысяч рублей. Ну и кто здесь, Дед Мороз? Вздутие, диарея, дискомфорт. Пробиотикам в капсулах нужно 8-10 часов на активацию. А Хилак Форте в каплях содержит готовые к действию метаболиты и помогает бороться с нарушениями баланса микрофлоры. Хилак Форте, кишечнику комфортно. А теперь новинка Хилак Форте. Лечитесь со вкусом вишни. Я Александр Рогов, и красота моя работа. Яркий образ для тебя. Но главное – летнее сияние кожи лица. Уход за лицом Le Petit Marcel Yes бьюти-витаминной формулой ревитализирует и увлажняет кожу. C'est magnifique. Лето всегда вам к лицу. Дорогая, любимая Галина Борисовна, я счастлива. Хочу сказать просто три слова. Россия, женщины, волчик. Спасибо вам большое. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег,
забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть, дай передышку щедрому. Понемногу, и не забудь про меня. Добрый вечер. Как приятно вас здесь видеть. Спасибо, что вы с нами. Меня зовут Чулпан Хаматова. Рядом со мной молодая девушка. Ее зовут Арина Волкова. Она тоже ребенок театра «Современник». Это моя дочь. Театр «Современник» для нас самое теплое, самое родное место. А Галина Борисовна – самый любимый, вроднившийся человек. Для Арины особенно. Галина Борисовна был первый человек, которого Арина увидела, когда родилась в роддоме. Я прочту стихотворение Валентина Гафта, театр. А Арина согласилась мне в этом помочь.
театр. Чем он так прельщает? В нем умереть иной готов. Как милосердно Бог прощает артистов, клоунов, шутов. Зачем в святое мы играем, на душу принимая грех? Зачем мы сердце разрываем, рассчитывая на успех? Зачем кричим? Зачем мы плачем, устраивая карнавал? Кому-то говорим удача, кому-то говорим провал. Что за профессия такая? Уйдя со сцены, бывший маг, домой едва приковыляя, живет совсем-совсем не так. Не стыдно ли жизнь, судьбу чужую нам представлять в своем лице? Я мертв, но видно, что дышу я, убит и кланяюсь в конце. Но вымысел нас погружает туда, где прячутся мечты. Иллюзия опережает все то, во что не веришь ты. Жизнь коротка, как пьесы читка, но если веришь, будешь жить. Театр — сладкая попытка вернуться, что-то изменить, остановить на миг мгновение, потом увянуть, как цветок, и возродиться вдохновением. Играем, разрешает Бог. Добрый вечер, Галина Борисовна. Уже повелось в сегодняшний вечер, что все говорят сначала от себя. Я не могу манкировать такой возможностью, потому что этот театр стал для нас настоящим домом. Ну и я сегодня тоже что-то подготовил. Если где-то будет не смешно или не совсем смело, вы уж меня простите. Как получится? Один известный кинорежиссер хочет вас поздравить. Ну, здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие современники, и в прямом, и в переносном смысле, да? Вся жизнь театр, и все люди в нем актеры. Шекспир сказал мне, когда я его спросил, что такое театр. Для Галины Борисовны театр – это больше, чем театр. Вы знаете, вообще этот человек в моей жизни существовал всегда. Я ее помню с детства. Когда я был маленький, мне мама так и говорила: не ложись на бочок, придет Галина Борисовна. Уже тогда ее называли по имени-отчеству из уважения. Я долго думал, ну, что подарить? Что подарить? И я решил снять фильм о современнике. У меня родился гениальный бюджет этого фильма. 100 миллионов долларов. Я уже сегодня с утра был в Госкино. Они замахали руками, говорят: что вы, Никита Сергеевич, какие деньги? Мы еще за предыдущие не отсидели. Вот. Что вы, с ума сошли, что ли, в конце концов? А я возмутился, говорю: мама, мама! Хватит мамкать, в Почте банке кредит на 10% годовых, хорошая ставка, бери и снимай, что хочешь. Вы знаете, конечно, у вас
В театре уже два революционера, у вас была только Ахиджакова, сейчас еще Гармаш прибавился. Это какой-то кошмар просто. А чего Гармаш-то? Почему Гармаш прибавился? Ну, слушай, ну ты уже почту взял, остался только вокзал и телеграф взять, понимаешь? Но я хотела бы сказать, вы меня извините, мне не дают слова. Лидочка Меджидовна, дорогая, ну, слушай, успокойся, спокойно, вот сейчас Валентин Иванович Гав тебя успокоит. Браво! Браво, Никита Сергеевич, я эпиграмму хочу прочесть. Никита Михалков, он гениален. Люблю его паратовский прищур. Как император на коне он идеален, а для эпохи эпохален чересчур. Слушай, спасибо, можешь поаплодировать. Значит, но речь-то не обо мне в кои веки. Так что... Я могу и по делу. Не надо нам ни почести, ни денег. Единым порывом мы здесь все объединены. Говорим, Волчек, подразумеваем современник, а в современнике мы Волчек чтим. Молодец, молодец. Но я хотела бы сказать правду. Личка, успокойся, правда. Слушай, Гармаш, расскажи ей какую-то сказку, чтобы она успокоилась. Какую сказку-то рассказать? Ты же любую расскажи. Вот что ты сейчас повторяешь по телевизору, вот то и расскажи. Очень поздним осенним вечером, поздним-поздним вечером один пенсионер зашел в наш банк. И больше в этом банке не видели. Почему? Пенсионный возраст подняли. Так я хотела об этом сказать. Подожди, Лидочка. Но у меня много вопросов осталось без ответа. Вы меня, конечно, извините, но я хочу сказать, я хочу спросить. Подожди, слушай, что ты нас-то мучаешь? Давай, знаешь, вот я бы тебе ответил, но у нас, у богов, есть своя иерархия. Поэтому, пожалуйста, Владимир Владимирович, вам слово. Добрый вечер. Сегодня уже поздравлял Галину Борисовну. Ну, что касается современника, я очень рад. Я очень рад, что касается Галины Борисовны, тем более. Желаю вам работать без перерыва еще долго, как и я. И что касается Лии Ахиджаковой, я давно хотел вывести ее на чистую воду. Ну вот, собственно, она и на чистых прудах. Ну, вот. Но у меня вопросы. Ну, слушай, ну отстань ты от меня. Вот, Владимир Владимирович, вы знаете, мы сейчас пойдем, мы там с Гафтом, с Гармашом, мы сейчас пойдем выпьем за здание, вот. Выйдем за здание и выпьем за здание, вот. Ну, вот. А вы, Лия Меджидовна, вот вы с Владимиром Владимировичем, вы поговорите. Ну, я вообще-то тоже хотел выйти, выпить за здание. Нет, вы поговорите, такая редкая возможность у Лии Меджидовны. Поговорите. Владимир Владимирович, что происходит в России? Просто зима. Просто... Зима, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. И пролагаете вот уж почти 20 лет. Что же за всем этим будет? А будет трындец. Если раскачивать лодку, трындец и наступит. С мыслью о лучшем народ все плохое забудет. Вон, посмотрите, какой Михалков молодец. Все очень дорого. Как же нам всем выживать? Я вот на пенсию купила себе сапоги и... Я бы такие не взял. Очень уж дорогие. Значит, хорошие надо еще одни брать. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и платья из легкого ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что в кризис надо немножечко шить. Следует шить, ибо сколько зиме не кружить.
недолговечна ее кабала и опала. И, кстати, это слова из оригинала. Как же цензура могла их тогда пропустить? В этом прямом диалоге нельзя забывать. Мы, между прочим, с вами на Первом канале. Кнопка номер один, чтобы вы понимали. Я же не Трамп, меня кнопкой не испугать. Снова листок в избирательной урне внутри. Срок президентский в России по кругу, по кругу. Ставлю в известность гражданку и даже подругу. Это последний. Ну, может, еще раз, два, три. Хочется крылья расправить, парить в небесах, чтобы все санкции нам отменила Европа, чтобы скорее закончилась вся эта Ваша закончилась вновь на чистых прудах. С юбилеем! И с новосельем! Вы знаете, сегодня у нас нет сквозного конферансье, поэтому мне доверили представить следующих артистов. Это будет скучно, если я их буду представлять и вообще комментировать все это происходящее своим голосом. И какой-нибудь голос сейчас выберу. Вот. А, ну просто все-таки музыканты, поэтому просто чудо, Лев Валерьянович Лещенко. Ну и все это для того, чтобы состоялась премьера песни. Этот человек никогда эту песню не пел. Вот. И сегодня премьера. Это чудный человек, чудный. Просто он трезвый, поэтому даже вы поймете слова. Гарик Сукачев. Гарик, прошу. Знаю я, есть края. Походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава. А лесов, как в местах тех, нигде, брат, в помине и нет. Там в озерах вода, будто божья роса. Там искрятся алмазами звезды и падают в горы. И я уехал туда. Только где мне достали бы билет, а билету цена медный грош, да простая копейка. Но его не найти, но его не купить, тебе летешь в окошке, об этом проси, не проси. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Мне один пассажир говорил, будто ехал туда, но была кем-то сломана стрелка. А другой рассказал о каком-то случайном такси. Я давно разузнал много малых и средних и дальних маршрутов. Только все не туда, хоть купе и СВ. И всегда есть билеты на рейсы в различных портах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. Может быть потому, что все мои в тех далеких местах. Только в этих портах и на станциях тех у меня никого почему-то. Может быть потому, что все мои в тех прекрасных местах. Thank you.
теперь. Теперь для меня нет ни сна, ни покоя, ни места. Как доехать туда, как туда долететь? И кто сможет теперь мне помочь или все рассказать? О местах, что нет в карте, от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. О местах, что нет в городе, от Владивостока до Бреста. Все об этих краях, куда мне очень надо попасть. Но знаю я, есть края, а походи, поищи-ка, попробуй. Там такая земля, там такая трава, а лесов там, в местах тех нигде, брат, в помине и нет. Там в озерах вода, будто божья роса, там искрятся алмазами звезды и падают в огонь. И я уеду туда, только где мне достали бы билеты. Я уеду туда, только где мне достали бы билеты. Я уеду туда, только где мне достали бы билеты. С днем рождения, дорогая Галина Борисовна. Любимая, обожаемая, с днем рождения. Празднуем с первым. Хорошо, что мы его помыли. Отказаться от сигарет непросто. Спрей Никоретто способствует снижению тяги к курению. 96% оценили действия. Никоретто. Бросай курить навсегда. I can feel it. It's magic. Sauvage. A new eau de parfum. Dior. Что делает тебя победителем? Сверхточные технологии, сверхточные лезвия и максимальный контроль на поворотах благодаря технологии Flexball. Ведь то, из чего ты сделан, имеет значение. Лучше для мужчины нет. Gillette. Иногда лишняя помощь не идет на пользу. При боли в животе это особенно важно. Ножпа воздействует избирательно на причину боли и бережно относится к организму. Другое дело. Ножпа. Избирательно при боли в животе. А теперь встречайте Ножпа Форте. Двойная сила в одной таблетке. Игристое вино Абрау Дюрсо Виктор Дровиньи создается из отборного винограда долины озера Абрау. Каждая бутылка 3 года выдерживается в горных тоннелях. Так вино приобретает благородный вкус и аромат. Абрау Дюрсо, Виктор Дровиньи. Роуминг гудбай. Доступна связь, подвохов нет. Роуминг гудбай. Интернет, звонки, смс за границей, как дома, с опцией роуминг гудбай. Мегафон начинается с тебя.
Это простуда невыносима. Держись, дорогая. Викс антигрипп комплекс на подходе. Мы не знаем, существуют ли такие фантастические мужчины, но такое лекарство точно существует. Викс антигрипп комплекс направлен на облегчение 6 симптомов простуды, способствуя очищению дыхательных путей. Викс антигрипп комплекс. Пробуждающее желание. Включи свое сияние с Max Factor Radiant Lift. Стойкая тональная основа с гиалуроновой кислотой дарит естественное сияние на весь день. Radiant Lift. Твоя красота, наша экспертиза. Max Factor. Подарки для самых любимых в магазинах Литуаль. О, раунд, мальчики! Давайте пошумим! Поехали, ребята! Don't go breaking my heart. Так, стоп! Съешь Сникерс. Ты сам не свой, когда голодный. Лучше? Лучше. Yo, I said, give me the track. Ты не ты, когда голоден. Сникерс. Якобс Аромагия. Мечтай с открытыми глазами. Попробуй также Якобс Голд. Так, готовность 5 минут. Митя, вы олень, Иван Дед Мороз. Я олень? Успей оформить карту Тинькофф Платинум со сниженной ставкой 12% годовых. Кредитный лимит до 300 тысяч рублей. Ну и кто здесь Дед Мороз? Переедание и алкоголь нагружают печень в 3 раза больше нормы. Как защитить печень в празднике? Гепатрин направлен на тройную защиту печени. Гепатрин от компании Эвалар. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Нина, Луна и Белла. Новый аромат от Нина Ричи. Подарки для самых любимых в магазинах Литуаль. Новый кофе Лёр, созданный из специально отобранных зерен, подарит вам незабываемое наслаждение. Лёр. Кофе, совершенный как золото. К 90-летию Леонида Броневого. Как вы думаете, где мы будем делать талию? На уровне груди. Гениально. Леонид Сергеевич, это особое какое-то явление в нашем искусстве. Он играл отрицательного героя в 17 мгновениях Мюллера, который стал любимцем всего русского народа. Как я вас перевербовал? Он мог даже обидеть, повести себя неделикатно. У него, это было ему свойственно. Предупреждаю! Трудный характер. Но мне удалось найти с ним общий язык. Я его очень любила. И мы хорошо жили. Наяда моя. Общаться он не хотел. Это же последние были годы. Сейчас уже как-то... Я бы сказала, прости меня, папа, за все. Если ты считаешь меня виноватой в чем-то, прости меня. Потому что ты мой отец, я тебя люблю. Премьера документального фильма. Завтра. На Первом. Как можно разобрать тайну таланта? Никак. И не надо в ней разбираться. Она все равно останется тайной. Не сразу мы устроились. Сначала все расстроились. Ведь предстояла долгая ремонтная пора. Но домом в этой паузе нам стал дворец на Яузе, за что спасибо скажем всем и дружное ура. Современник, современник, ты для нас дороже денег и тщеславия, и быта. Ты один такой судьбе и ведет без проволочек нас вперед, Галина Волчек. Ну а если по-простому, наша славная ГБ. Ты вида был Невровского тогда.
собрал всех гениев в один кулак, Олег. И есть теперь их толика, и Игоря, и Лёлика, народных и заслуженных, прославивших свой век. Современник, современник, ты для нас дороже денег и тщеславия, и быта. Ты один такой в судьбе и ведет без проволочек нас вперед, долина волчек. Ну а если по-простому, наша славная КГБ, как рады мы, что зрители верны своей обители, и мы их не обидели, душой открыты всей. Живые мы вечным истинам, идем прудами чистыми к тебе, наш нестареющий и верный Колесей. Современник, современник, ты для нас дороже денег и тщеславия, и быта. Ты один такой в судьбе и ведет без проволочек нас вперед, долина волчек. Ну а если по-простому, наша славная КГБ. Современник, современник, ты для нас дороже денег славия и быта, и история сама, и ведет без проволочек нас вперед, калина волчек. Дай же Бог нам всем надолго и таланта, и ума. Дай же Бог нам всем надолго и таланта, и ума. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, дорогие гости. И это наша славная традиция. Такие вечера мы заканчиваем вместе с нашим другом, режиссером театра «Современник» и, конечно, актером театра «Современник». Мало кто об этом знает. Гарик Тукачев и его подарок. Захвата бортов, а потом берет слева через.
пригнулил соседку и продает ее в борделе моряку. Да становится лучшей шлюхой, да становится женщиной вам. У нее голубые корсеты подвязки, а на шее атласный пар. У нее ничего не осталось, у нее в кошельке 3 рубля. А моя бабушка курит трубку. Галина Борисовна, мы дома!